Привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю вторую серию второго сезона, которая называется наш, ваш любимый сезончик Крамгильда и ее тайный поклонник. Ну что, полетели? Эй, Крамгильда, лети сюда, вот хорошая полянка, иди сюда. Я уже лечу. Надо же все проверить. А то кто знает, где этот Гримель сидит? Вдруг он, не знаю, за тем кустом. А может, он вообще тут? Вот тут вот. Я же ничего не знаю. Вдруг он жив, а вдруг он и не жив. А, я это ничего не знаю. Ой, да хватит тебе. Он, конечно же, мертв. Да-да-да. Ну да, ты более-менее успокаиваешь. Эх, да. Какое красивое озеро. Озеро вообще вот шикарное. Так, ладно, что-то мы засиделись. Я думаю, нам пора дальше патрулировать. Но это же скучно. Может, лучше, не знаю, ты полетишь ко мне, так скажем, в пещеру, я имею в виду. Что я хотела сказать? А, в пещеру? А, ну да, я хотела как раз посмотреть, как у тебя дома, а то никто не знает, где ты живешь. Все знают, где остальные живут, а про тебя никто ничего не знает. И да, 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 ты должна узнать, что я живу у Гриуэй в пещере, да, да. Ну, вот и славненько. Заодно и патрулирую, и пропатрулируем восточную часть. Полетели? Полетели. Так. Давай. Так, Дневная Фурия, ты готова? Стреляй. И давай, попадешь в меня? Вот, ну покажи-ка. Для первого раза сойдет. Ну, в принципе, нормально, я тебе хочу сказать. Ну, конечно же, ты не сравнишься с Бизубиком, да, брат? Да ладно тебе обижаться. Так, сколько времени? Мне кажется, где-то примерно уже 12 часов. Пообедать, полетели. Икинг, Икинг, подожди меня. А, Астрид. Икинг, Икинг, стой, у меня проблема, причем большая, преданная фури. Икинг, Икинг. Астрид, что произошло? Мы как раз собирались лететь обедать, но решили тебя подождать. О, молодцы, что подождали. У меня пропала Крамгильда. О, так я ее видела, она с Крилом полетела. Как со Скрилом? Ни в коем случае. Нет, и еще 100 раз нет. Нет, такого нельзя допустить. Почему? В смысле почему? А как же наши тренировки? Все такое. Она там летает, значит? А как же тренировки? Ну, потренируется потом. О, господи. Ну вот мы с Дневной Фурией, например, одновременно тренируемся и одновременно летаем. Как бы одно другому не мешает. Ну, я понимаю, да, она там тоже летает с Крылом, это, наверное, всю территорию просматривает. Ну, а как же наши тренировки? Каждый день в 7 утра мы встаем и тренируемся, а потом идем обедать. Получается, с 7 до 12. Где-то так. Хотя мы еще завтракаем, да. Ну, с перерывами на завтрак и обед. Ой, Астрид. Тренировки — это не самое главное в жизни, поэтому полетели по обеду, и я тебе потом помогу ее так уж быть найти. Полетели? Ну ладно, полетели. Икинг, подожди, опустись-ка, я вижу что-то подозрительное в елочках. Хорошо. Дневная Фурия, опустись-ка. Подожди-ка, ты разве не видишь? Вон там он. Что? Там в ёлочках что-то подозрительное. Чего? Чего там подозрительного? Подожди-ка, давай-ка подкрадемся поближе.
Ну ладно. Что? 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 Я что-то ничего не понимаю. Что кривоклык? Где ты кривоклык? Кривоклык, где ты? Тебе тоже не показалось? Ты, кажется, я знаю его. Кажется, я понял, кто это. Я тоже. Давай-ка разбудим этого викинга. Сморкала, это ты? Сморкала, это ты? Тихо. Я сплюсь. Тихо, тихо. Сморкала, проснись! Еще 5 минут, еще 5 минут. Сморкала! Что? Что, где? Ай! Что, где? В атаку! Да какую атаку, блин? Я тебе сейчас покажу атаку. У меня вообще-то, если не забыл, тоже оружие есть. И вообще, как ты тут оказался, а? Мы тебя давно не видели. Астрида, как я рад нашей встрече. Я тоже. Тут, кстати, еще Икинг. Икинг, еще лучше. Привет. Вообще, зачем вы меня разбудили? Я так хорошо спал вообще. В 12 часов? Ну, если вы хотите все подробно узнать, то слушайте. Летим, значит, мы такие с кривоклыком. Ищем место, чтобы нормально приземлиться и отдохнуть. Так как мы летели с нашего путешествия. Тут какой-то дракон берет и нас сбивает. И я со своим оружием куда-то в елочки падаю, а кривоклык я не знаю куда. О, так ты, получается, путешествовал? Ну да, что мне еще делать? А с того момента, как Визубик нашел дневную фурию, все изменилось. Ну и я решил просто улететь куда-то с кривоклыком и жить нам вдвоем. Но по некоторым обстоятельствам мне пришлось вернуться. Понятно. То есть пролетел полмира и вернулся. Ну, так скажем, да. И я решил поискать, так скажем, вас и вернуться к вам. Ну, вот я вас и нашел. Ну, прекрасно. Осталось только найти Грамгильду и Кривоклыка. А Грамгильду-то зачем искать? Так скажем, моя Грамгильда улетела и до сих пор не вернулась. Резкая причина, резкая. Понятно, понятно. Может, сначала мы у Кривоклыка поищем, потому что я думаю, он далеко не мог упасть. Ну, тогда нам поможет Безумный. Братец, а ну-ка поищи его. Он нашел след, все идем за мной. Ой, хоть бы мой кривоклык вернулся, я даже не знаю, где он. Да хватит орать. Ты, мне кажется, тут сначала своим храпом чуть весь лес, не убил. А тут теперь ты орешь, сейчас у всех уши будут просто взрываться. Ну где мой кривоклык, а вдруг с ним что-то случилось? Да найдем мы его. Найдем. Кажется, он что-то нашел. Кривоклык! 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 Аккуратно, чуть не сбил нас. Кривоклык, вставай! Это же я! Это я! Сморкала, твой лучший друг! Вставай! Вставай, вставай, дружище! Ты в порядке? Ура! О, мой хороший, мой хороший. Мы самый лучший дракон. Все, никому тебя не отдам, не отпущу. Все, мой хороший, мой хороший. Ну вот, уже одного дракона нашли. Так,
Значит, что я думаю, надо и вообще как поступить? Астрид, ты меня там слушаешь, да, надеюсь, слушаешь? Что же еще-то делать? Слушаю. Так, во-первых, уже прошел целый час, пока мы тут искали всех. А мне все равно, я нашел Кривоклыка, мне все равно. Но это понятно, что тебе все равно. Так, давайте все пока что полетим к нам на базу, на наше место. Или разобьем где-нибудь тут лагерь. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Ну, хорошо, хорошо. Да, и обязательно отыщем Грамгильду. Обязательно. Ладно, тогда полетели. Скрилл, так где же твой дом-то? Где он? Ну, до дома мы не долетели, а давай пока что где-нибудь тут остановимся, а то уже скоро ночь будет. А, логично. Ой, так мне надо уже домой пора. Давай до завтра. Завтра увидимся. Ай, ну ладно. Просто не могу ждать. Хорошо, давай тогда до завтра увидимся. Пока. Пока. Господи, почему она ушла? Гримель будет недоволен. Вообще недоволен. Ну ладно. Она почти наша. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы узнать, когда будет третья серия моего шикарного сезона. И всем пока. 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 Жми на follow.